Добрый день! В эфире новости с КГУ. В Западно-Казахстанском государственном университете имени Махамбета Утемисова состоялся областной научно-методический семинар «Некоторые вопросы синтаксиса». 30 ноября в Западно-Казахстанском государственном университете имени Махамбета Утемисова состоялся научно-методический областной семинар «Некоторые вопросы синтаксиса», посвященный 75-летию кандидата филологических наук, доцента кафедры русской филологии Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова Жигалина Николая Сергеевича. За время работы в ЗКГУ Жигалин проявил себя как замечательный воспитатель и педагог, подготовив тысячи учителей русского языка и литературы, многие из которых успешно работают в школах города и области. В начале семинара кандидат педагогических наук, доцент Латыпова Римма Хамитовна познакомила участников семинара с биографией юбиляра. Каиров Асан Бакиевич, кандидат филологических наук, доцент Западно-Казахстанского инженерно-технологического университета. Макрицова Маргарита Михайловна, магистр филологических наук, учитель русского языка и литературы школы номер 16. Седова Елена Андреевна, магистр филологических наук, преподаватель ЗКГУ имени Махамбета Утемисова. Евтикеева Анна Федоровна, магистрант специальности «Русский язык и литература» Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова. Гости активно задавали вопросы выступающим, отмечая для себя практическую ценность обсуждаемых тем. С поздравлениями и добрыми пожеланиями пришли коллеги, учителя русского языка и литературы, большинство которых являются учениками юбиляра. Поздравить также любимого преподавателя пришли и студенты кафедры русской филологии, которые исполнили песню и показали комедийную сцену. Закончился семинар словами Николая Сергеевича, который выразил свою благодарность и признательность всем гостям, которые разделили с ним это знаменательное событие.